Все-таки мы с пазы умираем моментально. Вот здесь сейчас поставим. Ох, ох, о, я, я вертушку пошел. Ряд. Что закопать нельзя? На асфальте нельзя. Крылечку дома не подходите, взорвется крылечко. У них уже там. Кого-то видишь? Да, я пристреливаюсь. Ты, Ворон, главное, крылечку дома не подай. То обидно будет. Здесь мина. У крылечка дома. Правой стороны дом от меня. Двухэтажные с арками этими резными. С фасада севера. Ладно. Заминируем помзы постоянно. У бинокль. Вижу, идут. 10, азимут 10. Идут, бежит, раз. Ага, огонь можно? Да. Там, танк, 3. Огонь можно открывать? Да. 4. На правой части. Стрелок высунувшийся на танке. Опа, мне уже дали прикурить. За танком идет толпа целая. Танку ударили? Да по танку, да. За танком очень хорошо. Там. Направо они все, направо сместились. Честь. Еще. Походка встала, на дороге лежит, где танк попадание было там. Эх, блин, ноги у меня, ноги. Нам смотри как строчат. Да. А Ворон что умер что ли? О, танк по-моему кончился. А это видишь где-то с 30 или 40 бьют. Да, они на справа ходят. Главное, чтобы со спины никто нас не достал. А так мы держим. Ага, вижу. Ты видел последний? А я так понял, спектатор завис. Да, последнего аннигилировали просто. Ты врально нахер. Подожди, там еще отбил одного, короче, аннигилировал. Там толпа, короче, на мой пулемет пошло, и я двоих, по-моему. Ну, а мы тебя потом с пулемета, то есть я поставил.
А я с Доник умер. Юмором? Нет, нет, это персонаж МП из МПСТ. Что-то американцы замялись. Без танка не мог. Так хорошо шел. Ворг. Ворг. Как вы слились на танке, я что-то не понял. А, смотри, мы едем, там гранатометчик лежал, его надо было по-любому убить. Вот, он за камешком сидит. Мы, соответственно, сбоку от камешка заехали, его разэтовали, раскатали. Дальше Иванчику говорим, возвращайся назад к дороге. Он по автомобильному решил, то есть вперед и дугу дать. И заехал на минное поле. А на танке надо задом сдавать, чтобы жопу не подставлять. Вот. Ну, мы 7 человек вынесли, нормас. Там такие... Да вы там, у вас хорошо, так красиво в бинокль смотрел, потом запись посмотришь, красота была вообще, вас так поливали из РПГ. А, я еще периодически высовывался на заряжающий. Да, я видел, да, я видел это, как ты стрелял. А там всего лишь 120 пулек, и больше ничего нету. А на командире вообще ничего нет, никакого БК. Понятно. Это крылечко никто не хочет проверять. Или уже кто-то про... Нет, дай. Американцы, конечно, что-то замялись там. Mm-hmm.
Ох, как клево, бомбили туда. Че? Больше играть не будем. Ну я тут спать пойду, сейчас такое здание, что я там хотел сказать. Кстати, его надо попнуть, чтоб Миша сказал. Ты тоже пошел. Ну, Хима не знаю. Окей, я тогда тоже вопрос пошел. Ну, а сейчас что не можешь? Не, ну ты ж там стримишь вроде как. И чё? Что-то секретное? Не, ну мало ли. Все, все открыто, все равно это будет в открытом виде все находиться. Конечно. Угу. Ты хочешь как, для исключительно для одного сервера или для всех? Ну, раздельно для... третьего и четвертого сервера. В первый сервер я там даже ввязываться не хочу. И, ну, если возможность, так скажем, если я что-нибудь такое придумаешь, ну, хочу, точнее, мне просто какое-то наркоманство в голове появилось, что хочу сделать какую-нибудь такую плюшку для отрядов, чтобы они сами как бы кооперировались в отряды. ФЗ! На уровне правил? ФЗ! Угу. Вот, да. По поводу правила. Все, у меня кончилось терпение. Давай уже... Что у тебя? Терпение кончилось. Давай уже, а. Чтобы, ну, реально вырубать слоты, пока командиры не займут. Ну, и пусть народ прям будем заставлять. Иначе пусть, ну, как хотят. Ну, вот сейчас как раз я по этому поводу говорю, Доник, если у тебя будут какие-то идеи, как людей... Я говорю, идея одна, просто не врубать слоты, ну, не могут люди ставить на слоты, да пока подожди, ты, я про другую не займут командиры отделения. Ну, насчет скопироваться в отряды, это такое, у нас еще людей мало. Не, а раздумь. Как ты вырубишь слоты, они же включить можно. А вот не знаю, как ты, или... ну, типа... Их админ выключает, но их может любой игрок включить. В этом проблема. Ну, то есть, кто открывает вы... слот, встает на него, того кикают. Мы кикаем, понимаешь? Он просто встает, пока смотрит. Командир отделения занял, встал. Ты его кикаешь, все. Ну, слот включил и встал же. Он для этого будет включать. Если просто так включено, то окей. Встанет, командир отделения нет, кикаем. Никто не будет людей, как людей, так скажем. Ну, не то, что заставить, но они хотели кооперироваться в отряд. Ну вот, отряд... это и будет кооперироваться, да, какой-то слушай. Общий командир. И со временем люди захотят в отряд идти. Вот я тебе идею говорю. В общем, Паша, я пошел, это бесполезно с ним разговаривать. Че, ну хорошо, давай себе идею. На уровне правил такое можно будет реализовать, да? На уровне правил? А, это все надо. То есть нужен человек, который будет следить за всем этим. Я один не просто. Не зачем следить? Отслеживать. Че отслеживать? Ну, а звонить стоп, я буду. Ладно. Я буду тогда искать циркона, если что, кикать чувака. А че у тебя, Паша, за типа когда крутишь колесиком? Да, кстати, стрелки, тоже хотел спросить. Что да. Это? В смысле? Два прочерка, что? Два прочерка. Да, ну-ка рассказывай, что за английские читы. Даже хотел спросить. Спектакль, два спектакля. В смысле? Как? Ну, один G-Cam, который называется, по-моему, а второй с United Operations там. Ну, отчаивается. Сможешь из этого лагает? У меня нет. У тебя нет. Она не может... Да это ж скрипт, чё ты? Закрываешь туда. Скрипты же не лагают. Да, да, да. А, не, а зачем тебе GK, да, всё остальное?
А потому что им начинают кричать: а, у нас там что-то залагало, а, мы там умерли или еще тому подобное. А я сижу на другой стороне, это не вижу, приходится верить на сал. Теперь я просто тупо включаю этот спектатор, телепортируюсь, грубо говоря, на камеру Респол с другой стороны, смотрю, что там происходит. Четы. Ну, да, четы. Четы. Ну и тем более я могу, кстати, у нас будут такие пристрелушки глобальные, могу джиком включить, красивые виды записывать пристрелы. Там плавная камера. Во время того, как ты жив. Ну, да. Ну то есть все, я как бы, если что, думаю, припутать. Итак, еще раз, третий, и что, какой еще? Ничего. А чё он хочет? Хима, ты четвертый правило видел, которые там существуют? Нет, я сейчас скину ссылку, как правило, которое я что-то делал. Ну они там на форуме есть. Они закреплены прям воскресные, эти закрытые игры, то вот это там ссылка даже на них есть. Понял, я в раздел тогда потом зайду сейчас. Там, то есть правила есть, на самом деле. Просто нужно их отслеживать. Я вот это вот читал. Ну это ты общий отстреловский. Ну я тогда завтра в скайпе тебя напишу, попрошу скинуть. Да, сейчас тебе прям кинусь. Я сейчас выйду. Спать пойду. Стой. Вот правило. Четвертого сета. Как ты играешь, вообще не читая правил? Бан. Опа. Раздоник. А включи бота Люкмен Хорам. А ты не врубил, сейчас включу Люкмен Хорам. Вижу, красный, да. Он, по-моему. А, я ты что? Пытался спросить, как ты все забывал про... Видно, сервер мутил какую-нибудь, типа, ну, приезжающую подмогу. Хз, надо открыть миску. Я вроде когда открывал, чтобы переодевать, не видел никаких ни вейпоинтов, ничего. Просто боты. Он там, если бы меньше не взялся, ли он откуда-то взялся. Ну это я понял, он стоит здесь. Он зачем? Я нифига не понял, зачем. Что он тебе? Чё? Чё он тебе химу предлагает? Он правила хочет написать. Правила написать? Блин. Для третьего и четвертого. Для четвертого? Да. Паш. При этом я так понял, он даже их не видел. Химу не очень. Ну, ну пусть напишет. Пусть напишет, господи. Глянем, посмотрим. Любая инициатива только за, как говорится. Если что-то хорошее, добавим. Если что-то это, возьмем самое хорошее. Ну, насчет занятий слотов. Как? Если я начну за это люто кикать, значит... Как это реализовать? В смысле? Вот понимаешь, схема. Смотри, как смотри, схема твоя. Ты закрыл. Какой-то дурачок начнет их открывать и не вставать. Ну, пусть открывает. Понимаешь, суть в том, что если... Первый вставшийся, вставший будет улетать. Да, в том, что тот, кто встает, а если командир занят, просто его кикаем, и все. Хедшот. А, не получится или так, что люди просто будут плевать на все и валить? Да. Жидник, может, но надо... Любая инициатива. Блин, Сдоник, я никого не убил. Ты... Когда умер-то? Ну, я единственный из пехоты, кто, блин, пришел туда.